Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 11 июня, и я получила посылочку от фирмы Флориум с лилиями, которые сейчас у них продаются по акции. Значит, за 25 лилий, здесь вот так вот, за 25 акционных лилий, я заплатила 200 гривен. 200 гривен это примерно, чтобы вы понимали, кто живет в других странах, это примерно 7,5 долларов. 7,5 долларов за 25 луковиц. Еще раз напоминаю, что сегодня 11 июня, и фирма Флориум продает всю свою продукцию с бешеными скидками по акции. Что мне нравится всегда во Флориуме, то что они пакуют свою продукцию в свои коробочки. Не приходится переплачивать за объем при пересылке новой почтой. Вот. И у них всегда шикарные наполнители, чтобы луковицы не болтались по коробке. Я сейчас открываю ее в первый раз вместе с вами. Понятно, что если лилии идут по акции, то они не подписаны по сортам. Сейчас мы просто смотрим лилии Ультрамикс, мега упаковка, 25 штук. Вот, показываю, что они запечатаны. Я сейчас буду открывать их первый раз при вас, чтобы потом никто меня не упрекнул в том, что я чего-то там... Итак, друзья, открываем. Я буду по очереди вытягивать и складывать. Луковички вот такого вот размера, где-то они в диаметре сантиметра 3,5. Вот, вершочек не сломлен, на вид вполне здоровая луковица. Первая, вторая, третья. Здесь немножко чешуйки мышки подгрызли, но это ничего страшного, потому что серединка целая. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая луковица, восьмая. Так, вот у нас одна уже немножко порченная, но это все чепуха, чепуха, одна без верхушки. Так, девятая, вот немножечко надо присыпать, это тоже ничего, замочить в марганцовке в слабом растворе. Так, девятая, десятая, слабенькая, но не гнилая, одиннадцатая, двенадцатая, без верхушечной почки, но не гнилая. Тринадцатая, очень неплохая. Четырнадцатая, вообще неплохая. Пятнадцатая. Шестнадцатая. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25, друзья. Так, все, больше там ничего нет. 25. Итак, 25 лилий. Из них 3 без верхушек. Но это для акционных лилий вообще ни о чем. Что удивительно, что удивительного, друзья. Акционные лилии пришли мне с целыми верхушками за смешные деньги, 7,5 долларов. Да, луковички мелкие, но все равно они будут на следующий год цвести. Вот, а перед этим и мне пришла посылка, крупные, большие лилии, гнилые, без верхушки. Ну, я даже не знаю,
Исходя из своего опыта, я вижу, что проще купить 25 штук за $7,5, чем отдавать почти 1000 гривен непонятно за что. Так, вот, ну что сказать, я очень довольна этими лилиями, очень довольна. Конечно, перед посадкой садить я их буду, они довольно мелкие, я и не знаю, что за лилии, какие виды, какие сорта. Поэтому я их замочу в растворе марганцовки перед посадкой. Это обязательно. Вот, подержу там где-то минут 20. Потом посажу я их, наверное, в горшки. Посажу я их в горшки. Они все мелкие, крупных луковиц нет. Вот, поэтому примерно в 5 огромных моих горшков по 5 луковичек они поместятся. Итак, подводя итог, 25 акционных лилий. Да, клубеньки маленькие, но целые все, невредимые. Вот за $7,5, то есть за 200 гривен, я довольна, друзья. То есть, даже если это акционный продукт, это не говорит о том, что этот продукт плохой. Все, пошла садить свои луковички в горшки. Все, всего доброго, друзья. Спасибо, что вы были со мной.